бросков. Ты его партой, да? Удержал. Мне нужны броски. Через плечо, через этого. Я Даника сколько? Один раз бросил за 20 минут. Я с ним боролся, один раз только бросил. Не мог бросить. Дальше Владимир, побежать. Заходи сбоку. Руку не ставь правую. Правую руку вытащи, мы. Со стороны спины руки захвати изнутри. И изнутри мы. Вот опять души вылезай, делай то, что хочешь. Держи его ногами. Давай, вылезай, вытаскивай одну руку. Нижнюю вытаскивай, правую. Переходи на удержание. Вот, вот, еще чуть-чуть. Между ног поставь его. Ногами переворачивай. Все в стойку. Стойку все. Ты понял, да? Взял захват, перевернул и все. И он, и бутылк, который сильнее тебя, тебе сделать ничего не может, убегает. Аджимай. Вот он опять. Дай сюда пояс. Я думаю, мы все... Дай сюда пояс. Сказали, сказали, на отеле. Недостойно тебе. Трусы падают все время. Так, Марин, поменяй Владимира. Владимир, поменяй Даника. Посмотрите, Маша не вспотела даже, на тренировке была. Я вспотел. Ты вспотел. Мертвые не потели. К сожалению. К сожалению. Стоп, стоп. Владимир, ну как руки зашили? Руки, руки есть. Посмотри на меня. Раз отсюда ручку, раз аккуратненько. Взяла за шею. Иди сюда, мужик. Вот ты борешься. Да, бери за шею. Раз вытащил ее отсюда. Вот кошки убрал. Все. Встал, раз через бедро. Все. Я ему я стою, она падает нормально. Но! Вот тут. Осторожно, стоп, стоп. Ну ты сделал один прием. А второй. Черт, блин. Раз подсвечку. Нет. Как же ты дал? Ну ладно, сейчас оформим. Маша, стой. Нет. И сделал подсвечку, то есть надо было добивать другой ногу. Так. Ну. Сюда. А потом сюда. О, смотрите, о, вот это, да. 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 Ну и да, возьми ее за пояс и вытащи, и все. Возьми, как через грудь бросок. Дай еще, Владимир, стоп. Владимир, вот, вытащи, отними ее, вытащи. Нет, отними ее. Стоп, стоп, стоп. А ты вот так не берешь, просто что-то поднять, можешь что-то поднять. Еще бери за пару. Раз, вот. Понимаешь, ножка? А ты хочешь поднять ручку, что на ножке тяжелее. Ну а что же ножка? Ты мою его на ногу был нафиг. Мате? Во! Мате? Поклонились, пошли вокруг ковра. Сейчас еще боремся. Мате? Снимай обладки, мама. Иди сюда. Повернись. Сухая. Тренировка называется. А где у тебя? Посмотри, вот когда здесь спорт идет, здесь спорт идет. Я просто сделаю так и не уйдет. Я мокрый. Сейчас вам дам 100 бросков, вы будете мокрыми. Я мокрый.
Все, приготовились? Бороться? Да. Приготовились? Да. Даник с Владимиром, потом Маша подключится. Няня, готовы? Че? Стоп, отель. Есть 3 минуты, которые ставишь. Так, Пастухов, какой бросок ты ему сделаешь? Коронный или какой бросок ты ему сделаешь? Обязательно говорить. Обязательно, да. Но что ты все равно не сделаешь? Зацеп. Зацеп какой? Такой, снаружи. Отсюда снаружи? Зацеп более не снаружи. Ты что сделаешь? Что ты ему сделаешь? У тебя коронный бросок. Ты вышел с Пастуховым и говоришь, Пастухов, ты мешок. Я мешок? Почему? А я тебе через бедро сделаю. Не сделаю. Сделаю. Взял и сделал. Какой трюк ему сделать? Через плечо. Через плечо? Все, ты слышал? Что сделаешь? Есть! Ваня, что-то будешь делать? Ну, да. Хорошо. Владимир, что сделать? Я могу. Бедро ему? Ох, да. Вот видите, толстенько бедро. Да на заднюю легче делать. Переднюю подножку. Я могу рассказать. Готовы? 3 минуты. Хачина! Владимир, стоп. Даня, ты что будешь делать? Я хотел сделать все зацеп. Хорошо, давай. Стойко, Владимир, стойко. Так, Владимир, идешь высоко. Ты отдыхаешь, смотришь, Маша. Смотри, сиди дальше. Только старайся не очень сильно. Он упирается, не сильно физически. Так, аккуратно. Уже поздно. Пастухов, я не вижу, что ты хочешь сделать. Я? Пастухов. О, Маша, штука по ногам. Хорошо? Гуток, стоп. Владимир. Посмотри на меня, когда стоишь ноги прямые вместе, ты падаешь и можешь ударить за плечом головой. Чуть-чуть присядь, немножко. Хорошо. Все. Подготовка? Да.
Просто сделать? Это прием называется контрприем. Нет. Зацеп голенью снаружи – это контрприем. Ну, вот мы еще тем, это в основном 90% это контрприем. То есть подготовки у тебя нет. А если бы он туда не полез, ты бы не сделал. Он не полез, да. Он за фан брал. Логично. Что мы туда? Хорошо, я подумал. Влад, ты сделал что-то? Пытался. А какая подготовка была? Ты чисто прием делал, да? Да. А подготовка к приему? Подготовка. То есть для того, чтобы сделать тот прием, который ты хочешь, да, надо какая-то... идите сюда, сядьте сюда. Сюда, снимай. Значит, еще раз. Пастухов сказал, что он делает зацеп голенью снаружи. То есть идет отсюда. Значит, чаще всего, это как вот отсюда, то есть отсюда, вот этот прием, он идет как контрприем. То есть я что делаю? Я, например, показываю там через бедро, он ногу вперед, и отсюда раз ухожу. Это первое. Второе. Это не нападающий прием. Потому что если ты. Хоп! Человек разворачивается, подхватывает и до свидания. Ну, это делается под конец схватки обычно. Когда сил уже нет, да? Да? Тогда ты делаешь раз движение, она разворачивается, ты падаешь на спину. Нет. Ну. Я знал, что Влад не будет знать, что это делает, поэтому есть. Раз. Влад хочет сделать бросок через плечо. Значит, что нужно сделать, чтобы Пастухова бросить? Это первое. Он должен, Пастухов, стоять, ноги широко. Во-вторых, чтобы у него не было сзади возможности уйти. И по возможности, чтобы в сторону броска двигался. Хоп. Значит, надо подготовить, значит, поставить надо на край. Надо показать прием туда, чтобы он пошел на тебя, ты бросил вперед. Вот это и есть подготовка. Ты чисто заходишь за линию. Да? Он стоял, ты залез, он тебя прочувствовал, просто ушел и развернул на всю спину. Тоже контрприем. Кто-то? Ты который убирает, да? Нет. Сумкой. Да. Ты понял, это контрприем. Все равно его надо готовить. Его надо готовить. Когда его хорошо делают, Пастухов? Когда? Когда соперник идет назад, правильно? И когда соперник еще нога впереди, то есть на эту ногу сделает. Значит, надо готовить, надо его подготовить. Я, каюсь, никогда не готовил прием. Почему? Потому что вот эти мышцы слабые были. То есть тут надо вытаскивать, таскать, подсечки делать отсюда. Летят. Но зато я использовал другое. Я использовал то, что делал соперник. Если он стоял так и давил вперед, я ему делал подхват. Если он вот так стоял, я ему делал толкнул, хоп, подсечку убрал, зацеп, он упал. Если вдруг делаю зацеп, ногу убрал, далеко, задняя подножка. Если он убрал недалеко, то туда подхват. Ну, вот сейчас я уже вижу новые приемы, как есть с упором и гиржево, такой боковой, интересный. То есть, от этого. Но чемпионы, это те, которые атакуют. Те, которые на контратаках, это призеры. Те, которые просто защищают. Отсюда. Вся, еще раз, запомните. Если я взял захват, я вас брошу. Тот захват, с которого я делаю броски. То есть 100 захватов, но я стараюсь пройти к тому захвату, к любимому, с которым у меня идет коронный бросок. И я могу делать любого. Знали, например, говорили,
Серега делает то-то, то-то и то-то. То есть есть приемы, которые, то есть мои. Пастухов делает все понемножку. Это не дело. Это не дело. Вот у Бутука сейчас есть. Через плечо он неплохо делает. Но Пастухов дятел. Объясняю почему. Он взял через спину скелет, Пастухов раз и встал. Зачем ты встал? Сдернул раз и задушил. Все делают через спину скелет, через плечо. Где контрприем? Так на соревновании сейчас делают контрприем. А, я видел, как ты делаешь. Uh-huh. Я тебя прошу. Если ты здесь не сделал, тебя... Знаешь, как у боксера, да? Махни вот так рукой, а тебя сразу уйдет и даст в глаз. Почему? Потому что это уже рефлекс. Он не думает о том, что будет потом. Он знает, что если рука пошла, надо уйти и ударить. Его учат этому. Если он будет думать, кто это, Пастухов махнул, а он не ударит, то его убьют просто на ринге. Чуп! И удар, и все. Так и ты. Это тебя, ну, понимаешь, что тебе должно быть уровня рефлекса. Какой рефлекс? Тебя раз бросились, ты хоп, бедро сделал. Вот ты потом думаешь, блин, летит, надо его придержать, то убьется. Это рефлекс. Поэтому я заставляю вас делать тучком. Вот стали делать тучком? Вот этот сразу стал больше бросать. Лучше стал делать, да, больше бросать. А вы делаете тучком на прямых ногах или? Вот. На прямых ногах. Хорошо. Я посмотрю. Посмотрим. Вопросы есть? Раз, два, три, раз, два, три. Встали? Да, да, встали. Встали! Вперед. Вы туда. Так. Вот эти вот. Раз, два, три. Схватку взяли вот это. Даник домой. Маша сюда. Значит так. Владимир, Маша держит. А вы делаете вот здесь этот раз. Подтягивание. А вы говорите. Еще раз. Нет. Молодец, вот он был красный. Значит как? Маша держит, ты ложишься головой сюда. Вот, да, головой сюда. Сюда головой. И ногами там камера. Да, и тут сюда. Все, бежи, Маша! 23, 27. Три подхода по 20. Вперед. Вы готовы? Да. Два приема. Передняя. Хорошо, и передняя потом. Сейчас уже не коронит. Будет так. Вот смотри, ты должен бросить назад, чтобы бросить вперед. То есть если тебя... Может, центр передняя. Хорошо. Готовы? Вам 5 минут. Время! Я не видел, не могу сказать, но камера видит. Потом мне расскажешь. Ушел. Влад ушел в сторону. Так. 50 приседаний. Можешь 30 сделать для начала? Можешь открыть, смотри, оттуда прыгаешь сюда, отсюда сюда и отсюда сюда, и все. Эх, я не могу показать вам. Что, передний? Передний. Да нет, повыше. Что? Нет. Но вы не боретесь, выходите.